Посмотрите, ребята, что здесь? Это просто жесть! Как это здесь вообще? Так, блин, давайте без паники. Сейчас мы сюда спустимся, просто аккуратно. У меня есть такое предчувствие, что здесь вообще абсолютно никого не осталось. Савчик, да блин, аккуратнее, пожалуйста, Савчик! Вам сейчас не до веселья! А как ты это понял? По вот этим сожженным деревьям, ну, да, засохшим? Потому что у нас база сломана, она вся, блин, этим песком марсианским засыпана. Подождите, ребята, пацаны! Вы же понимаете, что это именно та самая база, той экспедиции. А почему тогда? Я да, и сигнал был точно вот отсюда. Пацаны! Я не понимаю. Да? Это та самая база! Меня током бьет здесь! В смысле? Если током бьет, погоди. А, я, кажется, понял. Видите, вот эти заборы, они у нас немного электрические. О, нет. Подожди, Кубик, здесь эта база была здесь несколько лет назад, скорее всего. Как они электричество сохранили? Я не знаю, как они... Ну-ка. Я не понимаю. Подожди, да ты же ученый, давай разберись с этим, Кубик, что да ты... Да я говорю, это вообще просто аномалия какая-то, я не знаю, как просто электричество могло в них сохраниться, это реально как? Вообще может как это... непонятно. Да подожди, может это технология какая-то специальная? Да, давай, короче, не до этого, давай просто сейчас посмотрим, что здесь у нас на базе вообще сохранилось, что здесь у нас есть. Так, там, есть какие-то книжки, записки. Смотрите, вход пацаны, вообще... Так, можно пацаны! Просто раскопать и все. Че, Савчик, что случилось? Это та самая база, которая мне приснилась во сне! Точь-точь, они по она похожа! Да ладно, скорее всего, просто похожа. Тебе просто мерещится, Савчик, чё ты... То есть, Савчик, ты хочешь сказать, то, что ты во сне предвидел будущее, то, что вы пришли на эту базу, да? Смотри, Кубик, смотри, эти же схемы, давай забирай. Да, кстати, они, кстати, сохранённые, нужно их реально забрать. Так, подожди, собираем быстренько. Погоди, так я же вообще сейчас ничего не понимаю. А где экипаж-то, где все, где эти исследователи? Подождите, ребята, я там видел обломки ракеты. Ты, может, осталось. Идите сюда. Так, в смысле, ну, какие обломки ракеты? Стой, ты серьезно, что ли? Вот я здесь, там не вот видел. Здесь, вот, смотрите, подожди. Ребята, смотрите. О, серьезно, да, смотри, здесь, походу, и земля какая-то обгоревшая вся. Это просто жесть. Подождите, ведь они у нас... Подождите, у меня сейчас вообще ничего не сходится. Помните, у нас с ними связь была ровно до того момента, пока, как бы, ну, во-первых, логично, пока она не пропала. Так, погоди, во-вторых, может, просто у них что-то случилось Оп. Они не собирались никуда лететь. Ты ну да, я тоже это помню, просто связь оборвалась и все. Но смотри, может быть они просто, может буря какая-то их достигла и просто не хотели слететь, но что-то пошло не так и... А может они поставили ракету, буря, собирались блин, улетать, но у них что-то пошло с бой-системе и все взорвалось. Нет, они нам говорили вообще все, они всему миру говорили о том, что они здесь делают, ты понимаешь? А тут они просто взяли, пропали и сейчас мы находим вот это. Вы только посмотрите, здесь все заброшено, все песками забило. Давай, знаешь, как мы попробуем просто взять и прокопаться здесь, может быть что-нибудь сможем найти, но... Да, может реально, может что-то здесь есть. Это просто взлетная площадка и обломки ракеты. И все, можно их пацаны! Так можно. О, да? О, Савчик, это что такое ты нашел? Ящик! О, нифига себе! О, это же ящик с ракеты. Ну-ка, и что там лежит? Бургер? Что? Бургер? Так, подожди, тут какой-то бургер есть. Застывший бургер. Он, походу, здесь пролежал уже просто несколько лет, мне кажется. Ладно, давайте, ребята, я ящик тогда себе забираю. Это че вообще за бред? Просто. А зачем тебе ящик нужен? Ну, зачем ты будешь искать? Пускай он будет. Так, Савчик, давай здесь еще попробуем покопаться, может быть, еще что-нибудь интересное найдем. А Владус, знаешь что? Владус, ты пока что же делом займись. Там, вот, короче, в базе один угол был завален как-то по стриму, что там тоже что-нибудь есть. Сейчас посмотрю, да, я вижу, что здесь песком вообще. Да, там вообще еще целая куча просто песка. Савчик, давай, копайся, нам нужно. Давай, я копаюсь. Может, что-то реально есть. Блин, ну, куча обломков, и может мы найдем какие-то детали для надеюсь, корабля. Надеюсь, что здесь реально что-нибудь да хотя бы будет. Блин, ну я пока, кроме этого ящика, ничего не нахожу. Ну смотри, раз мы нашли ящик, значит, по-любому должно быть что-то еще, по-любому. Так, смотри, Савчик, давай, короче, попробуем еще где-нибудь в сторонах покопаться. Может быть, что-нибудь просто отлетело и закопалось уже песком. Сейчас я просто давай, попробую здесь возможно, так. Блин, пока что вообще нифига не наблюдаю. Ну, блин, так, пока Савчик, что я реально тут ничего не нашел. Блин, давай просто постарайся побыстрее копаться. Кубик! Что такое? Кубик! Что там, Савчик, смотри, я что-то нашел, иди сюда. Какая-то солнечная панель, ну-ка погоди, и она... Да это ну нафиг, Савчик, зырка! Серьезно! Это реально баги! Только почему оно здесь вообще стоит под песком? Так глубоко закопано, даже солнечная панель не торчала. Офигеть, можно вообще на самом смотри, деле. Смотри, здесь еще так. Одна платформа, и возможно под ней опа, тоже есть. Возможно, реально а, там нет, где-то еще. Нету. А. Ребята, что вы там нашли? Мы нашли кое-что интересное. Ладно, беги быстрее, смотри, что есть!
Офигеть! Так это же первая модель бага. Да, да, у нас сейчас баги более усовершенствованные, более такие компактные, а вот это просто стрекан огромная, офигеть, баг. Так, ну я вниз. Еще баги, пацаны, смотрите, она как глубоко упала. Да ну, что? А как это так? Ее сильно засыпало. Это вообще странно. Ладно, вот эту замело, а ту? Погоди, может здесь просто почва такая какая-нибудь странная, то что просто под землю это баги уходят, а? Не знаю, вроде все твердо, но ты аккуратно. Вот это как болото у нас на земле. Подождите, я хочу проэкспериментировать, работает ли она или нет. Нас тоже может тогда за это... Вот тогда нужно быть поаккуратнее немного. Сейчас, погодите. Я хочу просто эту баги проэкспериментировать, она работает вообще или нет. Сейчас быстро нужно просто откопать дорогу ей. Ну, подожди, в ней... А, ну как она будет работать? В ней по-любому сейчас энергии нет. Возможно, да. У нее есть солнечная панель сверху. Смотри. Работает? Погода есть, только нужно сейчас дорогу выкопать. Давай, сейчас быстро дорогу выкопаем ей. И все. Офигеть, что? Ребята, видели? Она прям сейчас провалится. Давай быстрее, нужно ее забирать. Черт, погоди, нужно быстрее. Блоки ломать, ломайте блоки быстрее. Надо выкапывать скорее. Давай, короче, надо так платформу просто вставать. Давай, вытягивай отсюда. Я постараюсь. Давай. Подожди, энергия, ебать, она выехать не может. Нужно быстрее зарядить ее. Энергия, погоди, что ж придумать так? Подожди, так у нее солнечная панель работает, значит сейчас быстро просто подзарядиться и мы выйдем. Быстро не подзарядиться, кубик. Ты что, с ума сошел? Что, пацаны? Я насколько пролежала. Точно, толкаем из того ящика. Из того ящика батареи забрали? Не хватит, у меня есть батареи, но их точно не хватит. Они всего лишь нужны. Сейчас, погоди. Стоп. Кажется, у меня есть идея. Я тоже об этом думаю, кубик. У нас же здесь должна быть закопана где-то батарея. Нам нужно просто ее найти, потому что в таких базах по-любому где-то закапывают. Тем более, ну просто старые разработки такие были. Так, давайте ищите внимательно. Тут должен быть где-то флаг. Флаг. А, флаг, его, скорее всего, засыпало, кубик. Я вижу, пацаны, быстрее сюда, ко мне, задавите. Где? У нас появилась возможность все-таки этим воспользоваться. Офигеть, какие хорошие новости. Так, быстрее. Ты уверен, что там батарея? Подождите, тихо, сейчас максимально аккуратным. Эта штука сейчас будет внизу радиоактивная. Так, давай, кубик, тогда, раз ты знаешь, доставай ты ее. Вот она! Так, тихо, это она. Пацаны, отойдите, пожалуйста, подальше, потому что сейчас это реально будет очень опасно. Давай. Ай-яй-яй-яй, электрический пыль. Аккуратно, кубик, давай. Так, аккуратно только, пожалуйста. Блин, она еще не ломается, застыла вся. Так, аккуратно, тихо. Какая она большая. Генератор, тихо, подождите, не мешайте. Аккуратно. Одно неловкое движение, и тут все можно просто взлететь на воздух, вы понимаете это? Не ходи рядом с электроэтими перилами. Погодите, да, аккуратно, кубик, и не прыгай желательно, потому что... Я понимаю, я сейчас стараюсь идти вообще максимально аккуратно. Так. То есть ты предлагаешь ее сейчас сюда загрузить? Это же вообще авантюра. Я не знаю, насколько это получится, но надеюсь, все-таки что-нибудь да у нас выйдет. Блин, она снова закапывается. Так, подожди, давай, закидывай скорее, кубик. Я сейчас здесь все очищу. Давай, очищаем. В принципе, пока что 10% зарядки. Я думаю, то, что нам, в принципе, в целом должно хватить. Давай выезжай тогда отсюда. Так, сейчас, погоди, сейчас посмотрю, что нам вообще по зарядке. Так, аккуратно, выезжаем. Ой, ребята, я дышать не могу. Ребята! Владус, да кислородный баллон, почему ты все время про них забываешь? Что за фигня? Точно, забываю постоянно, точно. Капец, Владус, так. Ну смотри, в принципе, она вроде зарядилась, и уже на ней можно отправляться в путешествие. Блин, она такая медленная по сравнению с... Только у меня сейчас есть вопрос, как мы на ней уедем? Придется одну из баг, походу наших, просто оставить здесь. А ты уверен, что она нам нужна вообще? Блин, с этим радиоактивным изотопом кататься вообще не уверен. Да, пожалуйста, катайся поаккуратнее, ладно? Так, погодите, вы что, куда поехали? Да мы же здесь еще не все исследовали. Так, нужно здесь... Да нет, мы ее просто выкатили. Ребята, я что могу сказать? Я угол прокопал, там ничего нет. Вообще ничего, да? Блин, ладно. О, смотри, стоп! Блин. Так здесь же у нас еще провода есть. И они у нас ведут под землю. Значит, там... Опа-на, пацаны, да, снова хорошие новости. Что? Блин, ну тут сразу понятно, это экспедиции несколько лет, потому что провода использовались раньше тонкие. Да, они вообще тонкие, капец какой-то на самом деле. Так, смотри, короче. Куда копаешься? Да я не знаю, провода куда-то ведут. Опа-на! Так. Что там? Владус, у меня есть хорошие новости. Нам не нужно ждать 3 месяца! В смысле? Это что? Это что? Сашик, ты что, не понял уже? Система, да, именно она, нормально, так, и туда. Нет, забирай скорее ее тогда, давай, кубик. Так, погоди, стоп, у меня места уже не осталось, вообще в карманах, нужно сейчас будет немного чего-то выкидывать. Я так подумал, в общем, провода хоть и тонкие, но давайте я их все равно все соберу. Я надеюсь, что она работает. Ну, давай, так, стоп, подождите, кто ее забрал, кто ее подобрал сейчас только что? Не знаю, видимо, ты. Или Савчик. Савчик, а у тебя нету, у меня нету.
У меня нету. Все, это Савчик подобрал, скорее всего. Ладно, ладно, все, ребята, все понятно, короче. Так, все, короче, просто я думаю, то, что здесь на самом деле больше-то ничего толкового нету. Там, кстати, еще книжки какие-то лежали. Вы смотрели их, нет? У нас да. Солнце зашло. Я книжки все собрал. И солнце зашло, поэтому все, давайте. На самом деле, Владус. Нам нужен отдых. Давайте останемся, переночуем на этой базе. А, да нет, давай лучше поедем. Мне обратно. На самом деле кажется, что это будет немного опасно, Владус. Да что опасно-то? Здесь никого, скорее всего, нет. Владус, здесь оставаться вообще не вариант. Нам нужно по-любому отправляться на базу. Здесь оставаться очень опасно. Да, давайте уже скорее. Ой, баги-то проваливаться начинают. Так что нужно немного поторопиться. Стоп, блин, я жду баги, одно пропало куда-то, ё-моё. Не, давайте, ребята, не будем эти баги брать. Не, Саша, не бери, потому что она реально радиоактивная. Если что, просто навернёмся. Я тоже не буду. Все, я понял. Просто подождите, если, получается, мы сюда пришли, и здесь мы ничего не нашли, то есть это мы сейчас просто будем отправляться на Землю, что ли? Получается, что так, Купик, ну, мы да. договорились. Ну ладно, давайте тогда просто отправляемся сигнал на базу. Сигнал сигналом, но людей здесь все-таки нет. Я да, но странная система, потому что то, что у нас сигнал, все еще отправляется. Что? Как это вообще? От чего он может отправляться? Не знаю, кстати, мы так и не нашли, откуда он отправлялся. Возможно, может, это просто от обломка корабля датчик. Не, мне кажется, что это просто система, видимо, зависла немного и все. Непонятно. Ладно, ребята, все, давайте уже, поехали домой. Просто едем домой. Это очень долгий путь. О, наконец-то мы доехали! О, господи, наконец-то! Самое главное, что мы успели хотя бы, знаешь, доехать, и все нормально. Сейчас тогда получается, смотри, да, просто мы немного поспим. Я спать хочу, пацаны! И по ходу к вечеру так. просто отправляемся обратно на Землю. В общем, у нас баги все в гараж не влезут, чур я ставлю, в общем, на подзарядку там. Да, я тоже пока что сую поставлю. Савчик, видимо, твоей придется немного подождать на улице. С утра еще подзарядим. Да ладно, 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 моя рядом постоит. Ну что же, поставили, нормально. Эта поездка, ребята, войдет в историю! Бобу. Ну так, понятно, вы вторые, кто на Марсе, можно сказать, отправился. Так, погодите. В общем, ребята, давайте бегом забегаем на базу и спать. Сейчас нам нужно просто давайте. Хорошенько выспаться. Кубик, просыпайся, а? Кубик. Чё тебе, Саша, надо, блин, сколько времени? Владуса нету. В смысле нету? Ты дурак, что ли? Может быть, он просто пошел в туалет и там смотрел? Смотрел, ни в туалете, ни в ванной его тоже да, нету. Да, Савчик, камеры нету, значит... Походу, так, подожди, я пошел. Погоди, давай просто быстро посмотрим. Он по-любому где-то должен наверху быть наверху его здесь. Тоже нету здесь. Может, ему просто не спится, и он пошел где-нибудь погулять, и все. Так, сейчас быстро двери, возможно, блин, опять долго открываются. Закрываем, так, закрываем. Быстро это все включаем. Саша, давай быстрее выходи отсюда, быстрее выходим. Давай, выходим, и выходим. Теперь выходим. Нам нужно просто посмотреть. Владус! Владус! Владус, ты где? Владус! Саша, я его здесь не вижу. Савчик, ты же что? Оставлял свои баги? Да, свои баги я оставлял возле гаража, да. Оно куда-то делось.